так сказать, страничка интересного и познавательного. То бишь подвал стандартного нового многоквартирного дома с операторами кабелей, интернет-телевидения, греческие муфты. И вот так вот раз-раз на пол смотришь, а тут растут грибы, буквально грибы в подвале многоквартирного дома. Ну, думаю, что кто-то может даже ферму какую-нибудь открывать. Дикорастущие грибочки. Еще раз, вообще вид, что это подвал. Еще раз, это подвал. И грибы на полу зимой.